Сотрудники дежурной части отдела полиции по городскому округу Химки задержали вора, неработающего и ранее судимого 46-летнего жителя города Люберцы. Преступник проник в квартиру на Коркинском шоссе и похитил ювелирные изделия и деньги на общую сумму 195 тысяч рублей. В результате проведенных обысков по месту проживания злоумышленника полицейскими были обнаружены и изъяты похищенные вещи. На счету задержанного несколько аналогичных преступлений на территории Московской области. Как вы выбирали себе квартиру? Приехал в город. Посмотрел там по окнам, зашел, смог зайти в подъезд, там кто-то заходил с ним, зашел, нашел подходящие замки, смог открыть, вот все, так и нашел. То есть вы были один? Один, конечно. Свою вину признаете? Да, признаю. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса «Кража». В настоящее время мужчина находится под стражей.